Цены на новую сельхозтехнику нынче высоки. Многие хозяйства в регионе не могут себе позволить обновить парк оборудования. Программа льготного кредитования предусматривает возможность получения лизинга до 205 миллионов тенге. По данной схеме можно приобрести до 3 тракторов и комбайнов, что значительно поможет развитию малых и средних сельхозформирований. Не могу не заметить сегодня, что огромная помощь, конечно, аграриям. Такое льготное кредитование – это очень шикарно. Многим очень тяжело внести первоначальный взнос, что эта программа не предусматривает. Для старта очень-очень здорово. Это многим поможет абсолютно. Чингиз Кабенов первым в Акмолинской области стал обладателем двух отечественных машин по программе льготного кредитования. Ключи от новых тракторов «Кировец» ему передал директор ТОО «Техагроатбасар» Саркис Фалян. Мы сегодня передаем два новых трактора. Первым в Акмолинской области, которые прошли по льготным кредитованию, передаем КХ «Альмири», чем и поздравляем вас. Спасибо. Давно планировали обновить парк техники, но финансово это, конечно, сложно. Вот поэтому благодаря вот этой программе льготного кредитования решили обновить парк техники. Через Агрофинанс оформили лизинг, и благодаря оперативной работе ТО «Техагроатбасар» в кратчайшие сроки приобрели два новых «Кировца». Программа льготного лизинга предусматривает срок лизинга до 10 лет, ставка вознаграждения 6% годовых. Отсутствие авансового платежа, отсутствие представления залогов, что позволяет на хороших льготных условиях приобретать новую технику сельхозформирования. На внедрение механизма льготного кредитования казахстанской сельхозтехники планируется выделить около 40 миллиардов тенге. Программа будет действовать в течение 20 лет. Василий Павлиди, Павел Соловьев, Кокше Акпарат.